Всем привет, это Ирина Воскресенская, и я сегодня покажу вам часть своей квартиры, как и обещала, то, что уже готово сейчас после ремонта. Сразу предупрежу, конечно, есть какие-то недочеты еще, маленькие или большие, вы можете написать мне в комментарии, вот, потому что, когда все вот сейчас уже более-менее сложено, я смотрю, что тут надо добавить, тут надо переделать, но это, наверное, естественно. Вот. И начнем мы с вами с прихожей. Вернее, то, что от нее осталось. Как таковой у меня прихожей теперь нет. Стенка между кухней и прихожей была снесена. Вот. И это единое теперь пространство, которое составляет 12 квадратных метров. Вы видите дверь, сейфовую дверь, вот, которая, она у меня с внешней стороны черная, там тамбур на две квартиры, у нас он тоже закрывается, там тоже хорошая дверь стоит, так что в принципе прихожка у меня начинается с тамбура, а здесь уже все жилое пространство. Хорошие замки в двери, естественно, но все я делала для себя, вот, полностью менялась вся проводка в квартире, домофоновая трубка, вот, все это все новое. И вот наверху там звоночек у меня тоже все, ну, естественно, все новое. Следующее, что идет, это вот эта дверь. Раньше здесь была кладовка, теперь это у меня и кладовка все равно осталась, и самая большая функция — это, значит, гардероб, можно так сказать, где я буду раздеваться с улицы, когда прихожу, обувь у меня там хранится, и много-много еще чего, потому что гардеробная очень-очень такая объемная, ну, нормальная, во всяком случае, для этой квартиры. Давайте посмотрим. Ну, вот так я вам все покажу уже. Потолок натяжной, два спота там. Для коробок и каких-то вещей две полочки такие вместительные. Там будут сезонные вещи храниться. Тут вот штанга, что-то можно будет вешать. Здесь вот вешалка для того, чтобы я пришла с улицы или гости и повесили все. Внизу у нас такой вот коврик, где можно поставить обувь. Еще здесь находится такой икеевский комодик. Вот. И тут у меня такие небольшие, ну, тут что-то можно бросить. Вот, тут у меня такой, я включаю иногда фонарик, вон он у меня со свечкой. Вот, здесь вот я уже показывала, журнальница такая, газетница, да. Здесь у меня коммунальные платежи подшиты, ручка всегда есть, фонарик, чтобы смотреть, сколько свет нагорело в тамбуре. Ну и так, здесь счетчики. Смотрю, там уже нет света. Здесь какие-то покупаются вещи новые, там, ну, техника. Здесь все вот лежит, чтобы не потерялся. Я всегда знаю, что у меня все на месте. Ну, в принципе, здесь все. Очень нравится мне. Я выбирала плитку. Это плитка испанская. Она такая потертая. Вот. Специально я ее так делала, потому что все-таки это помещение такое, ну, все равно надо выделить нежилое. Такой вот у меня степень потертости. Мне как-то очень понравилась она, как я ее только увидела в магазине. Напоминает она дерево. На всякий случай здесь вот есть, он иногда меня даже, кстати, спасает. Если что-то в коридоре нужно делать и нужно электричество. Вот. Ну, вроде все. Очень светлое сейчас стало помещение. Раньше оно казалось меньше. Это за счет белого цвета очень так просторно и вместительно. На одного, как в моем случае, или двух человек, это вполне достаточно. Ну, я думаю, что и на семью, в принципе, всего-всего можно много тут укомплектовать и уложить. Дверь еще покажу. Двери мне очень нравятся. Такими вот итальянскими ручками фурнитуры. Очень тихая. Хорошо. И приятная такая дизайн.
Следующее, что я покажу, это моя ванна. Двери абсолютно одинаковые, чтобы все гармонировало. Вот. В принципе, у меня есть отдельный ролик. Самый первый мой ролик на этом канале, это про мою ванну. Ничего, в принципе, в ней не изменилось. Вот. Но все равно давайте заглянем, посмотрим. Вот такая у меня ванна с двери, как ее видно. Ванна очень маленькая, я поэтому старалась все-все-все, вот прям выверяла, как у меня где будет расположено. 3 квадратных метра ванна, совмещенная. Это 9-этажка, но однокомнатные квартиры, как в моем случае, здесь совмещенные. Но у меня есть зато гардероб. Вот в 2-3 комнатных квартирах вместо гардероба, а там туалет. Ну, ванна зато больше. Здесь вот у меня стиральная машина. Вот так мы входим. Все. На своих местах. Как могла, так все вот. В принципе, так все и было. Вот. Ничего я не смещала. Тут была раковина, тут был унитаз. Единственное, только что я его, ну, естественно, все тут менялось. И немножко на другую капельку подвинула. Потому что вот этот короб был больше, и он прям вот к раковине располагался. Ну, а теперь все вроде гармонично. Короб уменьшили, ну, до минимума его сделали, меньше его сделать нельзя, там труба. Вот. Здесь полотенцесушитель. Еще, ну, в принципе, можно первый ролик мой посмотреть, там я подробно все рассказываю. А так вот у меня... Ну, то, что стирается, как бы прачечная, она выделена в зеленом цвете. А остальное все белое, чтобы увеличить, как бы зрительно белый цвет увеличивает. И помоечная, то есть у меня еще и душевая, она тоже выделена. Вот. Две плиточки сюда, две сюда. Вот так вот сбоку кажется, что это длиннее. Нет, они как бы одинаковые. Вот. Здесь вот полочка. Удобно моешься, все у тебя тут под рукой. Ну, мне нравится. Ну, моя занавесочка с прекрасными бабочками. Винтажное зеркало. Так мне вот захотелось. Оно не очень большое, но в принципе все видно, зато очень интересно смотрится. Это пластик, но смотрится как будто состаренное такое какое-то. Металл какой-то, что ли, ну не знаю. А, тоже здесь натяжной потолок, споты, 4 спота, еще светильник у меня. Вот. Ну что, пошлите. Вроде все я вам показала. Тут такой ёжик стоит. В прихожей у меня еще висит зеркало и стоит комод, тоже он икеевский. Комод под дерево, так как столешница у меня деревянная. И уже от столешницы все вот заиграло, что и комод будет деревянный, и стол, и стулья будут тоже деревянные, чтобы было в одном стиле все. А в углу, вон вы видите, у меня стоит фикус. Он закрывает роутер Wi-Fi, да, для интернета вот. Чтобы не видно было там подключение внизу. Ну и сейчас кухня. Вот, значит, вот здесь была стена. Ее снесли, тут бы предполагалась дверь. Мне сейчас очень нравится, это как бы студия получилась. И ты входишь в большое пространство, оно очень светлое. Больше воздуха, больше объема, ну и площадь, соответственно, больше смотрится, чем бы если бы тут была стена, и темно бы было в прихожке. Вот сразу мне строители, ну, кто ремонтировал квартиру, предложили, потому что сейчас все стараются сделать в студии, и я больше воздуха, больше света впустить. И теперь я с ними согласна. А тогда я еще думала, вроде делать, не делать, или красивую дверь сделать. Нет, сейчас я этим довольна. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Ну, вот кухню, надеюсь, вам видно. Сейчас она более-менее уже такая вырисовывается, готовая. Вот. И единственное только что вот сразу
скажу. Меня некоторые спрашивают, зачем, Ирина, тебе вот там вот розетка. Это вот временно. Сюда я куплю встраиваемую микроволновку. Здесь будет микроволновка. Вот, она закроет все здесь. Тут вот этого ничего безобразия не будет. Это просто мне сейчас удобно, я готовлю, что-то сразу беру. А так тут только будет разогреть завтрак или ужин. И все. Очень нравится мне смеситель. Очень нравится глубокая раковина. Вот, ничего не брызгает, очень много вмещает, удобно мыть. Ящики, фасады у меня деревянные, вот, а, ну, это киевская кухня, а сами ящики, они все идут ДСП, что ли, ну, в общем, это можно все на киевском сайте посмотреть, не будем на этом останавливаться. Может быть, когда все ящички у меня укомплектуются, как я и хотел, я вам потом открою ящички и все покажу. Нравится мне вот эта стена моя. Интересно, тут птички, если кто не заметил. Это индийская серия «Дивный сад». Вот, кремовый такой цвет. Очень приятный, сочетается с деревом очень хорошо. А это цветная стена. Вот с такими интересными райскими птичками. Ну вот, вы видите, у меня появился стол и стулья. Что еще хочу сказать? Вам сейчас не видно, я поближе потом поставлю. Вот здесь вот подключение к телевизору. Тут предполагается в углу будет кронштейн и висеть небольшой, ну не маленький, средненький такой телевизор с цифровым подключением. То есть здесь не кабельное, а цифровое будет, как это называется, такое-то, не знаю точно. Дискетка какая-то вставляется, будет, да? Буду я смотреть иногда хотя бы что-то, может, новости. Поближе вам показываю розеточку. Розетка предполагает и кабельная, там кабель подключен, но у меня будет цифровое. Ну и хочу показать вид из окна, хотя он зимний, конечно, летом тут очень много зелени, вы видите деревья. Сами видите, что в принципе до окон очень далеко, даже вот сейчас у меня и навесок пока нет, и я нисколько не стесняюсь, хожу спокойно, потому что напротив дома, видите, далеко, а это все сбоку, и я не думаю, что люди там будут пялиться в окна. И еще мне что нравится... Вот смотрите, православный храм у меня в честь иконы Умиления Дивеевской. Вот. Выходные колокола слышно. Замечательный вот такой сруб у нас стоит. Вот. Мне нравится. Немного про потолок еще расскажу. Значит, в прихожке и в кухне это единое пространство, тоже натяжные потолки. Тут 8 спотов. Единственное только что спот, ну вот как не приближал я их, все равно они размываются. Они такие хрустальные. Ну, то есть, как бы немножечко все-таки это уже не ванная и гардероб, где можно простой спот сделать, а так более-менее похожий на светильничек.